Всем доброе утро, время 5:30. Через полчаса мы выезжаем в аэропорт. Я спала полтора часа примерно. Очень хочу спать. Ты влог будешь снимать? Да, ты расстроен? Нет, я привык. Влог будешь снимать или нет? Нет, я просто прикалываюсь. Сейчас я камеру оставлю здесь. Сниму только что. Мы выезжаем и оставляем. Слава богу. Мы же летим на отдых, да? Да, так и надо ты. Надо это точно не снимать. Смотрите, какой вот он абьюзер. Запрещает мне снимать влоги, ребята. Потом вы спрашиваете, почему у меня влоги не уходят. Он мне все запрещает снимать. Я вообще не запрещаю. Сидит. У него тут шведский стол. Бабушка ему все накрыла. Я, между прочим, скачу нам сериал. Спасибо большое. Ну, правда, спасибо. Стой, Вань, подожди, не сходи. Нет, ну я так и знала. У меня переход там, подожди, стой. Так, уходи, это же раз уходи, надо выйти. Ты отойди. Круто, классный переход. Это в какой школе учат это? Я не поеду с ним никуда, он мне мешает. Нет. Я как раз хотел софу взять, я как раз хотел. Иди, да. У меня сегодня утром пришел будить, а я вот так в эту. Заяц, подарил отдых. Он у меня будет за час. Пусть не переход использует. Окей, Гугл, как объяснить бабушке, что если погладить вещи перед поездкой, сложить их в чемодан, они потом все равно помнутся. Вот он. Что это? Очень много места. Мы берем с собой утюжок. Всем привет. А, боже мой. Надо вот так сделать. Всем привет. Из интересных новостей Саша ушла писать. Из суперинтересных мы летим в отпуск. Вы об этом знаете. Я очень рад. Я очень давно не отдыхал. И очень круто, что мы летим с Сашей вместе. Это наше первое серьезное путешествие. Вот летим мы в Бодрум, Турцию. Я не знаю, что она вам там рассказывала. Короче, я чертовски счастлив. Не знаю, когда выйдет этот влог. Хочешь, ну, давай, кто быстрее проплывет? Ну, ты быстрее, понятное дело. Это да. Ты веришь в меня, я смотрю. Вот, видишь, я с вейп-камерой тоже в бассейн могу. А нельзя ее окунуть? Да, Вань, можно. Как и меня, ты сейчас обрызгал? Пришли на ужин. Что-то мы с перебором заказали. Санечка, спасай, Санечка. Практически никого нет. И море. Вот это сервис. Thank you. Ты какой тур по счету, который за тобой ухаживает за этот отпуск? Я что-то не понимаю. Мне только что просто помогли поставить телефон, фонарик. Я ничего не просила, просто мне помогли. Лавелазы. Я говорю, у меня много знакомых турков очень. Они все такие приятные. На ощупь. Тут, кстати, ну тут... Еда вкусная. Решил вам рассказать, что здесь и вправду очень вкусно, и реально еда божественная. Но здесь очень дорого. Например, какие тут цены? Не, про это не надо уже говорить. Все, поняли? Про это уже нельзя говорить. Приедете, сами узнаете. Good morning. Денег у нас хватило только на еду для Саши. Такой вот тут завтрак. Здесь все-таки есть люди, то самое интересное, потому что мы думали, что здесь вообще нет души. Они есть. Правда, они куда-то исчезают после завтрака. В влоге будешь одна. Ты и еда. Я тут, кстати, тоже присутствую. Привет. Мы пришли на пляж. Видите, в моем блоге не только еда. Мы думаем поехать куда-нибудь покататься на яхте. Мы миллионеры. Не, мы думаем поехать в старый город, во-первых. Ну и да, я очень охота взять какую-нибудь лодку. Но мы не знаем, получится. Да не лодку, лодка это с веслами. Да, лодка. Будешь грести веслами. Ты не разрешаешь, да я не разрешаю. Не буду я. Ваня решил на этом отдыхе вообще не запариваться. Он просто говорит, отмечай меня в историях, я буду все репостить. И телеграм все у меня тырит, я выкладывал репост. Что я вот, один пост. Ну, мне не жалко, Ванечку. Да, встаньте, так. Хочешь, мой влог себе на YouTube перевыложи? Хочешь? А еще я заметила Ваня одну фишку, он очень любит обижаться. Но он со мной может не разговаривать очень долго, просто что обиделся. Это тоже неправда. А еще я вру постоянно. Когда я с тобой не разговаривал? Ну что не разговариваешь, ну просто я говорю, ты не реагируешь на меня. Сейчас, ребят, я, по-моему, в Москву улетаю сегодняшний рейс. Да-да-да. Да-да-да, книжку читаешь. Сколько же читаешь по минутам? Ну, 20, да? Ой, он тебя прости, не заметил просто. Вань, ты меня напугал. Я вообще-то реально читаю.
все, в принципе, почитала. Я закончила, Вань. Просто я пришла читать, сразу поставила камеру, и он начал ржать, что я тебе только снимаю, ничего не читаю. А сейчас мы хотим поехать в город, в центр, погулять. Нам сказали, что на такси ехать 15 минут, потому что Бодрум очень красивый город считается. Поедем, посмотрим, как там, чем. Давайте временно перенесемся в Москву. Мне нужно вам кое-что рассказать. Уже октябрь, друзья. Помню свои мысли пару лет назад, когда не знала, куда поступать после школы и что делать. Проходила всякие разные тесты на профориентацию, но это все было очень долго и дорого. Как жалко, что тогда я не знала о таком проекте, как «Билет в будущее». Благодаря нему теперь у каждого школьника есть возможность прикоснуться к профориентации вместе с родителями. «Билет в будущее» — это центральный профориентационный проект России, который помогает всем школьникам страны выбрать путь в жизни и найти профессию, которая определит всю дальнейшую судьбу человека. «Билет в будущее» реализуется в рамках нацпроекта образования, а также фонд гуманитарных проектов, федеральный оператор проекта «Билет в будущее». На платформе Bilibi.info ты можешь узнать, что такое профориентация, пройти бесплатную диагностику талантов и своих способностей. Даже есть возможность познакомиться с разными профессиями и попробовать конкретную профессию на практике. В общем, переходи по ссылке в описании и читай подробности. Ладно, погнали. Еле-еле вообще сообразили, как поменять валюту, потому что водитель вообще не говорил по-английски. Да, и у нас была проблема, что у нас нет местных денег, и мы не знали, как с ним рассчитаться. В итоге все получилось, остановились у какого-то отеля. Мы пытаемся ему сказать, типа, ну что, можем ли мы остановиться возле обменник, он нас не понимает. В итоге прям возле какого-то отеля я говорю, стоп. Так, мы пришли сравнивать Вали оригинальный бумажник с Вали в Турции. Ну, извините, она тут хорошая, стоит практически так же, как оригинал, как мы выяснили. After a while, it's gonna be the same color. А, ну типа, он сказал, что потом да, типа, вот такое становится. Не, он сказал, что есть другой цвет. Because been used, you've been used this да, way. Потому что ты это используешь, нашел. Типа, он немножко грязный. Смотрите, вы угадайте, где Ванин, где настоящий. Ой, где Ванин, где Паль. Вообще Squash. Одинаковые. Вот, Ваня, можно покупать Паль, видишь, даже никто не отличит. Делай yeah, вывод, можно деньги экономить. Нет, у меня еще уже и потертый. Да. Look inside. Давай, inside. Ну, тут денег нет. Здесь все такое просто. Просто жесть, она посмотрите. Она же идеально круто сделана. Все выглядит как оригинал. Давай, так давай, и манит, чертовка. Давай скажем, что мы ходим прям по оригинал бутикам. Так, ребята, мы ходим прям по оригинал бутикам. Обалдеть. Ваня, тебе жалко денег. Жалко денег, которые он переплатил за всю свою жизнь за оригинал. Посмотрите. Положи к себе, все буду думать, что у меня палец. Мы опять жрем. Принесли Ванин райк, тут дофига огурцов. Приятного аппетита. Спасибо. Сейчас, скорее всего, первые уйдут огурцы. Yes. А еще нам принесли какую-то штучку, но она очень острая. Мы решили воздержаться и попить морсик. Во-первых, это реально, это не морсик, это напиток из драгонфрукта, чтобы, типа, закусывать остроту. Извините. Мы уже кушаем во втором ресторане, мы, типа, уже второй раз нас угощают. Это комплимент от заведения. Это тоже. Комплимент от Турции. Русский. Да. Едем в отель. Ребят, посмотрите, мне кажется, я немножечко обгорела. Ванька тоже, у него щечки вон красные. Мы сейчас пришли на пирс, на ночной. Купили чипсов, но забыли их вновь. Ты можешь им сказать честно? Что? Да я скажу тогда. Мы сегодня с Сашей 3 раза поссорились по мелочам. И решили, что больше ссориться не будем. Потому что зачем нам это надо, мы же на отдыхе. Приедем домой, будем ссориться там. Вам же интересно, как у нас жизнь проходит. Вот у нас не все идеально, мы иногда ссоримся. Что же мы пришли делать? Мы пришли смотреть сериальчик. И сейчас позовем официанта, чтобы он нам принес что-нибудь покушать. Ну, вряд ли. Что-то все деньги мы просрали уже на ресторан. Да это неправда, ну, Саш. Шучу. Денег хоть жопой жуй. Это тоже неправда. Деньги есть, но немного. Ну, деньги... Это тоже неправда. Денег много. А что правда тогда? Ну, не, просто у нас средний бюджет миллионеров, которые здесь отдыхают. Да не, у нас просто, у нас средний обычный бюджет. Вот, видите, буйки, то есть это правда, море, мы правда короче, на море. У нас вот, вот море, видите, да? Вот мы сидим. Вот сериал Ваня, который уже 1 000 000 лет ждет, когда мы будем его смотреть, я снимаю для вас влог. Еще подождите 10 секунд. Ты думаешь, я взорвусь? Нет, я люблю, когда ты снимаешь. О, да, это самый главный пи***ж был. Боже, где кепка? Где кепка? Улетела. Вань. Ты знал, что она лежит? Это как мы когда с Киркоровым летели в Молдовию, Адава боится летать, и мы летим в самолете, и, короче, самолет начинает... Как о Ваниных буднях. И самолет начинает, короче, поворачивать, а на частных джетах выглядит, как будто он сейчас реально перевернется. И там говорит, а почему мы так? И Киркоров прямо отыгрывает, говорит, все, ребята, все, пике. Мы вошли в пике. И Дава такой, реально, в пике? А что это? Ну, типа, когда все... А, кошмар. Того самого. А он шутник.
Он, кстати, вообще, он юморил и юморил. Этот вечер заканчивается шутками Филиппа Бедросовича. Всем доброе утро. Я встала за 3 часа до завтрака в 8:30 утра. В итоге на него опаздываю, осталось 10 минут до конца. Бегу, Ваня до сих пор спит. А я уже с утра почитала книжку, поснимала тиктоки. Фотки обработала, короче, сделала много всего, все. Иду на завтрак. И тут меня все так смотрят, потому что мне кажется, вообще никто не знает слово блогер. Это странно. А еще я, пока Ваня спит, но сережку позаимствовала. Я не знаю, возможно, он будет против, но уже поздно. Нормально ты волну подняла. Это ты для камеры сейчас такого вывела? Конечно. Опять для камеры было сейчас? Да не для камеры! А для чего? Сейчас так! Оба вы так вам показывают? Да у всех тут только яйца. Она только красивая. Да, конечно. Попа повыше. Да вот эй! Ты нечестно сделал! Ты меня подтолкнул. Так ты сказал, кто быстрее поплывал сразу. Все, пока. Инсайдерская информация. Ваня занимался плаванием 10 лет. Нет, не 10. Сколько? Гораздо меньше. Один. Лет 6-7. Вот, поэтому он как Васька пловец. По совместительству артист, но это уже так, хобби. О май гад. Нас любезно согласились подвезти. Thank you. Thank you. You're welcome. Мы поехали, пошли покупать что-нибудь вкусненькое. Мы пришли на территорию инородного отеля, иди мороженое. И ходим, понимаем, насколько отели разные. И мы общались по поводу похода в аквапарк. Я рассказываю Саше, что в аквапарке воняет не хлоркой, а содействием хлорки вместе с... Не думайте сами. Идем на ужин. Сегодня здесь живая музыка. Ваня хочет отобрать гитару и все, что можно, и спеть. Take me to church. Я вам ставлю чуть-чуть, чтобы мне не заблокировали авторские права. Хотя чего уж там, монетизации все равно нет. Ставлю вам всю песню. Смотрите, 3 минуты. Ребята, доброе утро, время 7:30, мы проснулись. Дорогие друзья, доброе утро, мы уже опаздываем. Ваня Тик-так. Устроил что-то, о чем я вообще не знаю, что-то, к чему я сам еще не готов, потому что я забыл, что такое просыпаться в 7. 6:30, прошу заметить. Я когда работаю, то в это время редко просыпаюсь, а тут на отдыхе. Но тем не менее, мы сегодня едем смотреть кое-что прекрасно, помимо Саши. И тут такое сердечко, знаешь, экран. Мы пришли на завтрак первые, никого нет, все в шоке, повара в шоке, официанты в шоке, мне кажется, все спали. Вот, ждем свои роллы и едем. Едем в сторону моря, по дороге увидим на пустынях захоронения. Сейчас будем смотреть на черепашек, на крабов, очень красиво. Мне эти виды напомнили Алтай, если честно. Блин, он там не сдох? А чё он так свернулся? А чё знает? Смотри, сразу проснулся. Ты что, будешь есть? Не удержать его. А ну-ка, спокойно. Это больно очень, да? Очень больно. Вань, ты дело. Короче, мы ловим крабов. Все, это весь репортаж. Пусть он сачок держит и фотографирую я сачком. Камыши, чтобы были, да, вот такой. Видите, садись сюда, слушай. Ногу положи вот так, рыбачишь, да, вот это. Да, фоткую. Вот держи, вот так. А, еще вот надо, подожди. Два. Два, три, фоткую. Да, есть. Супер, слава богу. А еще сверху. Мы же не видео снимаем.
подожди, вот подожди, чтобы ведро еще видно было, чтобы его улов. Вот так его сними сверху, чтобы он и улов, чтобы да, вот так видно. Или залезь туда и оттуда сфоткай. Не, Саш, залезь, там не видно, наверное. Залезь. Залезай наверх. На лавочку, конечно. И вот оттуда его сфоткай, смотрите, у нас за очком он рыбачит. Да? Вот так. Крал, прикольно. Прощай, дружище. Да его так он там в полете уже помер от страха. Да прям что помер-то, они не помнят. Кажется, мы нашли черепаху. Вон она, Саша. Ого, какая огромная. Обалдеть. Боже, какая она красивая. Да, это прям редкость, да, черепахи здесь. Да, видимо, да. Ребят, нам сказали, что мы увидим черепаху, если удача будет на нашей стороне, значит она на нашей стороне. И она ест, получается, крабов. Походу ест все. Ну что, мы, кажется, все собрали. Выезжаем в аэропорт лететь в Москву. Эта неделя прошла как? Помрачительно. И шикарно. Мы отдохнули. Ваня уже сегодня полетит, уже завтра утром полетит в Казань на концерт. А я поеду отдыхать в Москву. А это для вас, смотрите. Если ты это не вставишь, я обижусь. Не знаю.